Видео подготовлено каналом «Уроки ТВ». Давайте выполним упражнение 148 на странице 105 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климановой. Прочитайте слова. Чем они похожи и чем различаются? Составьте предложение с выделенными словами. Зелень, зеленый, зеленеть. Желтизна, желтый, желтеть. Чистота, чистый, чистить. Ласка, ласковый, ласкать. Эти слова похожи тем, что в каждой строке есть общая часть. Зелень, желт, чист, ласк. Различают эти слова тем, что это слова разных частей речи. Первое слово – имя существительное, второе – имя прилагательное, третье – это глагол. Какая часть слова сохраняется во всех словах каждой группы? Как они называются? Ну, я уже назвала эти части, а называется эта часть корнем слова. И сказала, к какой части относится каждое слово. Теперь давайте составим предложение с выделенными словами. Зеленый. Зеленый жук ползет по траве. Желтый. Желтый мотылек порхает над цветком. Чистый. В лесу чистый, свежий воздух. Ласка. Ласковый. Ласковый ветерок качает ковыль на лугу. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео решения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.